Машина неплохо держит дорогу. Слушай, у меня есть пара дел в городе. Лучшее, что можно сделать с выигрышем. Систему нитро. У меня их не осталось. Поищи в магазине запчастей, а я приложу. На шоу-даун все работает так. Хочешь бороться? Прокачивай тачку. Это стоит денег. Гоняешь, выигрываешь, качаешь и летишь вперед. Гонкам поживее и наградам пожирнее. Конечно, не все так просто, но в целом так. И для начала прикупи себе нитро. Буду иметь в виду. Купил тачку у меня, я всегда помогу с прокачкой. Какой бы звездой ты ни был, без механика ты как без рук. То есть без тебя? Хочешь выйти против всего Палм-Сити? Ха, дело твое. Просто учти, подстраховка нужна каждому. Поедешь в магазин запчастей, загляни на старый автодром. Он заброшен, но когда-то на том треке гоняли на пределе. И сейчас гоняют, если никто не смотрит. А почему закрыли? Думала, этот город живет гонками. У нас теперь есть улицы. К чему автодром, если каждая дорога от трассы? Музыка.